Приветствую вас, друзья, как всегда на нашем YouTube-канале. Мы благодарны всем вам, дорогие зрители, за то, что вы оказываете нам большую поддержку. Сегодня речь пойдет об известном советском российском киноактере Александре Сирине. В новостях об этом пока еще не сообщали, но, скорее всего, сегодня вечером об этом уже расскажут по телевидению. На данный момент Александр Сирин находится в больнице с серьезной травмой позвоночника. Сообщается о том, что актер упал с крыши сарая у себя в Подмосковье на даче. На данный момент ему уже оказана медицинская помощь. Супруга сообщает о том, что ей позвонили соседи и сказали, что ее супругу требуется медицинская помощь. На данный момент пока больше ничего не известно, друзья. Давайте не будем забегать вперед. Следите за нашими новостями, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии, друзья. Нажимайте на колокольчик, чтобы каждое утро получать уведомления о том, что у нас на канале появились свежие новости. До скорой встречи, друзья. Берегите себя, своих родных и близких.